Всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как я играю в игру под названием Car Crash. Я вам не буду показывать, как скачать ее взломанную, потому что тут и монет нету, ничего такого нету. Так, тут можно выбирать любую точку, можно покрасить ее. Я просто за обычную точку. Смотрите. Мы едем, и тут, например, смотрите, нам надо рушить, типа, машину саму. Чтобы она рушилась так. Капец, у меня машина превратилась во что-то такое. А теперь давайте поедем вот сюда вот. Эти. А может быть, запустим? Так. Не знаю. Вот так вот. Заезжаем вот сюда вот. Чё? Тупо. Моя тачечка в 5 лет. Лучше пойдем вот туда, вот вон туда вот. Я там еще не был. А чё тут? Не пойму. А чё тут должно быть? Блин. У меня такая ржака. Это так ржачь. Ладно, поехали. Поехали куда-нибудь сюда. А как туда наверх забраться? Чего? А как наверх забраться? А может быть, они надо бы, чтобы они меня так столкнули, типа? А может быть так? Да? Сейчас мы быстренько подойдем. Простите. Ребятки, почему-то разрывная. Блин, я нажимаю на заново, потому что моя тачка уже так рушится прямо, что не могу уже ничего сделать. А как сделать такой кувырок, типа? Сейчас надо перезайти. Так, вот это, то есть зайти. Так, мы зашли, и сейчас мы сделаем тут как-нибудь кувырок. Чё? А как? Так, подождите. Неинтересно. То есть смотрите, внутри здания ничего. Так, нам нужен был кувырок сейчас. Ну и нужен. Может быть, камеру поменяем. Фух. Чё? Я врезался? Блин, это все из-за этой камеры. Тут невозможно играть. Я на этой карте в первый раз играю. Дрифтим. Сегодня у нас уроки музыки. Научу вас играть на фортепиано. Блин. Итак, у меня такой дрифт. Ладно, мы хорошо уже порушили машину. Я вам показал уже обзорчик, так что всем пока.